eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Ну что ж, друзья, еще раз всем привет, с вами студия CSL TV и последний матч сегодняшнего игрового дня. HellRaisers против Clan Mystic. Интрига, к сожалению, в этом матче уже мертва. Ну, что поделать, он никак не повлияет на итоговую турнирную таблицу, но все-таки хоть как-то HellRaisers должны остаться с высоко поднятой головой. В первую очередь перед своими фанатами и теми людьми, которые их поддерживают. Переживает за этих парней. Ну и вот на протяжении такого длинного этапа парни радовали нас, ну вот ровно до последнего момента, когда в заключительном игровом дне, именно в сегодняшних матчах, выступили французским командам. К сожалению, не хватило наших парней на LDLC. Дальше с Титанами уже просто играли по настроению, но, как вы видели, настроение этого было... Точнее, его просто-напросто не было. Но могли хотя бы побороться за Нави, но и этого тоже не получилось. Вроде бы назревал камбэк на Дасте втором. Отыграли 5 матч-поинтов, но и на этом закончили. Последний матч HellRaisers в онлайн-части 9 сезона завершается против команды Clan Mystic. У Мистиков есть еще игра, и они могут подпортить кому-то настроение. Могут отобрать путевку на ван-финал у... То ли у Фнатиков, то ли у Virtus.pro остались у них вот такие вот еще матчи. Так что, в принципе, Мистикам есть еще над чем работать, а вот у HellRaisers заканчивается все в этом матче. Смотрим на карту, что происходит. Наша команда начинает в защите, французы будут атаковать. Ну и что же из этого получится? Дося на коврах. Первый минус от команды Clan Mystic. DreamX забирает. Маркелов неплохо разменял своего тиммейта. Ну и дальше успокоилась буря. Немного команды сбавили обороты. Хотя нет, Кучер на главке подкараулил Кенниса. И уже в большинстве находится команда HellRaisers. Да, ну вот действительно, хотелось бы, чтобы и в этом матче была хоть какая-то интрига. Но, к сожалению, этого нет. Просто надо доиграть. Надо доиграть. Сезон, надо закончить все свои официальные матчи и уже ехать спокойно в Воронеж на ван-чемпионат без Егора Маркелова в составе с овердрайвом. Ну и там постараться заработать каких-то денег, потому что это, наверное, один из одного турниров, который остался у HellRaisers до конца весны. Ну вот вряд ли больше что-то предвидится, может быть, есть какие-то еще онлайн-лиги, но на самом деле вроде бы ничего такого нет. Итак, пистолетный раунд что-то затянулся. Clan Mystic проходят по зелени, но, как видим, здесь HellRaisers довольно-таки неплохо справляются. Разбирают французов и берут пистолетный раунд. Ну вот, наконец-то это удалось сделать. В четвертом сегодняшнем матче для команды HellRaisers это первый взятый пистолетный раунд. Ну, первый... Проиграли первую пистолетку MoSports. Проигрывали со счетом 11-1, но смогли дать камбэк. С Clan Mystic также на нюке проиграли пистолетный раунд. С Титанами точно так же проиграли пистолетный раунд. И здесь свершилось чудо, и HellRaisers все-таки начали уверенно первую половину. Что здесь будет происходить? Ну, не знаю. Мне кажется, все-таки... Честно, вот когда ты не знаешь желания команды... Вот хотят ли сейчас HellRaisers победить в этом матче? Вот в чем вопрос. Если хотят, то я думаю, им это по силам. И вряд ли Clan Mystic станут преградой. На Б-пункте заход
Все спокойно. Ангелы Адрен остановили сливающих игроков команды Клан Мистик без потери. Ашеры берут этот раунд. Ну и будут ли закупаться Клан Мистики волевым или все-таки будет еще один экономический? Ну, все-таки будет еще один экономический. Бомба за два сыгранных раунда поставлена не было, что гарантирует французам довольно-таки жиденькое количество денег, поэтому надо сливать. Надо сливать и проводить какие-то тимтолки, если... Вот я не знаю, на самом деле, для Ашеров все понятно. У парней уже нет мотивации на этот матч. Ну вот единственное то, что еще раз повторюсь, это сохранить лицо перед своими фанатами, болельщиками, друзьями, близкими, которые действительно болеют и переживают за результаты этой команды. Для команды Клан Мистик непонятно, что здесь надо парням, нужны ли какие-либо цели, поставленные они вообще или нет. Так, сейчас мы быстренько уйдем в офлайн, дабы нас больше не беспокоили. Ну и теперь сможем спокойно продолжать наблюдать за этим матчем. Первый оружейный раунд. Клан Мистик покупает Кенни с АВП, но это всегда интересно, когда у такого, ну, неоднозначного снайпера этот парень может как косить всех подряд, точно так же может и мазать энное количество раз. Поэтому сверхъестественно от него ожидать не стоит, но в первую очередь ждем каких-то более успешных действий, чем каких-либо провалов. Итак, на банане. Вроде бы взяли под свой контроль Клан Мистик эту позицию. Ангела запускали под флешечку, но никого не застал и не смог сделать open фраг Кирилл для своей команды. По расстановке. Что на карте? GMX SF под А-базой. Кстати, что интересно, с плентом на руках. И Кеннис, Кьяшима и Хартс под раскидочку будут сейчас заходить на Б. Кеннис с АВП не ловит Ангела при попытке вырваться на кафель. Ну и что же, не будет раскидки. Будут вставлять одного Хартса и будут заходить на аплент. Вот такая засада команды Hellraisers на главочке. Решили уйти в глубокий дефенс, занимают плент. Ну, не знаю, с чем связано именно такое решение. Харс по-прежнему остается на банане. Итак, где же будет экшен? Пока тяжело предугадать. 30 секунд до конца этого раунда, и по-прежнему сидят плотно французы. Неужели... Да, ровно на последних секундах пойдут Адрен и Ангел. Как будут принимать заход на БПН? Давайте смотреть, Ангел. Неплохая откидка, 15 секунд до конца, но, по-моему, французы перемудрили. Перемудрили, Ангел спокойно открывается, забирает Киа Бенджи. Настал черед Адрен, Адрен. Что придумает казах? Нет, опять-таки же в игру вступает Адрен. Кеннис с ВП и красными хелсбарами сидит за ящиками и пытается засейвить свой девайс. Ну и это позволяет Ашерам взять четвертый раунд. Ну, провал какой-то от Клан Мистиков. Вот так вот бездарно просчитались во времени и даже не смогли попытаться зайти на бэплэнд и поставить бомбу. Ну, на самом деле попытались, но слишком поздно. Атака, начинающаяся на 13 секунде при 5 живых игроках дефенса, это не атака. Это что-то из разряда издевательства. Что будет дальше в этом матче, тяжело предугадать. Но будем смотреть, будем надеяться, что Hellraiser все-таки доведут начатое до конца. Доиграют все последние, точнее, вот этот последний матч и постараются взять в нем победу. Ну, начало положено. 4-0. Отличный счет. Ангел под флешечку забирает Кенниса. Проигрывает, опять-таки же, снайпер команды Клан Мистик дуэль своему оппоненту без АВП. Ну и теперь постараются французы через такую вот посадочку забрать Кирилла за тачкой. Но, по-моему, там его уже давным-давно нет. Да, с таймингами у французов действительно провалы. Что-то вот вообще пошло не так. Маркелов, отличная позиция для того, чтобы сделать энное количество фрагов на главке. Итак, Марик ждет СФ, но Дося не выпускает того из будки. И теперь французы вынуждены бежать на Б-плент, где их уже ждет казах и его ангел-хранитель. 40 секунд до конца. Начинается атака французской команды. Падает ангел. Но дальше Адрен вступает в игру. Два шикарных хедшота. И если третий минус, нет, Киабенджи будет бороться за этот раунд. Будет цепляться до последнего. Киа Бенджи без ума спокойно расправляется с кучером. 20 секунд до конца. Бомба на руках. Не спешит ставить бумпуэнт французский игрок и постарается разыграть действительно на верочку этот раунд. Но Маркелов и Дося приходят с банана. Давайте посмотрим за этим выбиванием. Ну, все, спалил свою позицию француз. Спокойно разбирается с Маркеловым. Но Дося все контролирует.
шаге от провала были HellRaisers в этом раунде. Кьябен же, оставшись один против четверых, мог сотворить чудо для своей команды. Но этого не произошло. Дося спокойно забирает французского игрока и берет пятый раунд для команды HellRaisers. Так, чтобы нам такого еще посмотреть, что у нас интересного осталось. Завтра, знаю, у нас точно выходной, завтра никаких игр на StarWader не будет, а вот в субботу уже будет продолжение финальной стадии онлайн-части. Фнатики, Кики, вот эта заруба точно для Фнатиков очень важна. Если Фнатики потеряют очки в этом матче, то это шанс для команды Na'Vi хоть как-то пробиться на ван-финал. Ну, вообще, любая потеря очков в матчах, ну, вот это шанс для Na'Vi. Маркелов открывается на главке. Ой-ой-ой, Марик, пошел в десятку. Французы даже не подозревали этого. После второго минуса только развернулся Кеннис, и только это позволило забрать Егора. Кучер на главке спокойно забирает СФ. Агрессивная игра с ВП. На этот раз не попадает Эмиль. Мажет со второй попытки. Дося, настал твой черед. Досян в дыму. Постарается найти французов, слышит, как они проходят по главочке. Дося заходит в спину. Теперь черед Ангела. Ангел, ну вот почему HellRaisers играют по одному? Только что просто шикарный момент был. Надо было давить двоих. Когда разбирались Дося, Ангел стоял. Когда Дося убили, Ангел побежал. Ну вот как-то так вот и проигрываются квач-раунды у команды HellRaisers на протяжении всего онлайн-сезона. Итак, Маркелов один против... А нет, это Адрем против двоих забирает Джейм Икса, но с Кеннисом разобраться не сумел. Два минуса от Кенниса в этом раунде и первый раунд для клан Мистиков. Размочили. На самом деле как-то неоднозначно. Видно, что у HellRaisers нет полной самоотдачи в этом поединке. Постараются, конечно, победить здесь французскую команду, но все равно вряд ли будут выкладываться на 100-200%, потеть точно не будут, потому что шансы на выход уже действительно равны нулю. Адрен на банане, проигрывает перестрелку Хартс, Ангел также падает. Хартс как разошелся, капитан команды Клан Мистик. Давненько такого не видели, чтобы Хартс так уверенно открывал банан. Ну и что же будут дальше делать французы? Занимают Б-базу. Маркелов единственный, кто постарается навести шороху на Б-планете, а вот Кучер и Дося. Где находятся парни, будут выбивать Бавана. Кучер подловил Кьябенджи, настал черед Марика подловить кого-то, но вроде бы дальше все спокойно. Кеннис уже ушел в контровский респаун, знает, что здесь абсолютно никого нет. Маркелов не чекает спину, но это все может плохо закончиться. Кеннис — это камень преткновения для команды HellRaisers в этом раунде. Ашеры постараются не выбить, а вот просто забрать как можно больше французских игроков. Дося минус Харт. Маркелов забирает СФа. Ну, Марик забирает еще и напоследок GMX-а. Кеннис один, кто выживает в этом раунде. Бомба взрывается. Маркелов вместе с ней. 5-2. Клан Мистик берут второй раунд подряд. Очень бы хотелось вот сидеть сейчас на стуле на своем в комментаторской СЛТВ-студии и действительно с интригой переживать за результат этого матча. Но, к сожалению, этого не произошло. Парни не смогли сотворить чудо и не смогли обыграть французские команды. Ну вот, двоим точно проиграли. Проиграли сначала LDLC 16-9 и потом Титаном 16-10. Титаны вообще могли разгромить пораньше Ашеров, но почувствовали какой-то момент релакса и начали отдавать раунд за раундом. И практически ошиблись. Но все-таки додавили нашу команду и заработали 3 очка в этом матче. Продолжаются какие-то непонятные атаки от французов. Ничего интересного не происходит. На карте полная билиберда. Дрен и Ангел спокойно взяли под контроль банан. Кеннис вроде бы неплохо разобрался с Ангелом, но Дрен тут как тут. И минус в ответ. 4-2. Дося заходит в спину. Ой, это интересно. Это интересно. Неужели знают HellRaisers, что на коврах находятся два игрока? Ну вот Кучер подловил первого, выбил с того бомбу. СФ последний натыкается на прицел Егора Маркелова. 6-2. Как-то просто этот раунд дается Ашерам.
И вроде бы казалось, два раунда подряд должны были закрепить экономику команды Clan Mystic, но посмотрев вот сейчас на экономику, можно сказать, что действительно провал. И будет еще один экономический. Что по статистике в этом матче? Кучер 12 фрагов, ну вот действительно Эмиль сегодня старается целый день, но его стараний, к сожалению, недостаточно для действительно желаемого результата. Итак, Дося спокойно на главке разбираются с сливающими игроками команды Clan Mystic. Ну вот почему вот так вот нельзя было действовать против LDLC, против Титанов? Ну ладно, против Титанов уже не было морали, но почему с первой французской командой играли как попало? Тоже много вопросов к капитану. Знают, что французы хорошо играют нюк, знают, что практически не играют трейн. И первый черк карт был именно трейн. Это выбор Кирилла Карасева, карта, которую не захотел играть против LDLC. Потеряли действительно преимущество именно на этой карте. Оставшись при выборе двух карт, а именно нюк и инферно, LDLC долго не размышляли, спокойно вычеркнули Инферно, знали, что Хеврейз действительно хороши на этой карте, и оставили нюк. Нюк — это в первую очередь карта француза. И они были очень рады тому, что вот так вот без шансов разобрались с капитаном на пике бани карт. Так, ну что ж, на эко все спокойно. Киа Бенджи и GMX вдвоем против четверых игроков команды Хеврейзер. Дося забирает GMX, Киа Бенджи последний в коврах, и здесь тоже должно быть все без шансов. Да, просто задавили Ангелы Дося на двоих, расписали Киа Бенджи 8-2. Первая половина однозначно за Хеврейзерс. Осталось узнать только вот с каким результатом именно выиграют Ашеры. Будет ли это 13-2 или, может быть, 8-7 смогут дать камбэк Clan Mystic, не знаю, но по тенденции этого матча можно сказать, что ожидать здесь можно действительно всего чего угодно. Кеннис опять-таки же с ВП. У команды Hellraiser очередное укрепление Банан Ангел пойдет до конца. Неужели будет давить в десяточку? Ну вот, обычно где-то вот напротив бревен и останавливается поджимающий игрок. Дальше идти просто нет смысла. Можно получить рандомную пулю в дым. Ну и на этом твои подвиги закончатся. Что придумала команда Clan Mystic в этом раунде? Ну, давайте посмотрим. Вроде бы серьезно настроены вскрыть аплен. GMX, Кеннис, SF в коврах. Я Бенджи готов заходить на главочку. Ну и как же это будут делать французы? Давайте посмотрим. Позиция Маркелова. Вот такая вот посадочка на пленте. Досю отправляют большие пески, а Дрен спокойно контролирует пятерку. Тем временем на банане просто за считанные секунды GMX развалил Кучера и Ангела. Кто побежал там на Б-плент? Это все тот же GMX. Спокойно заходит на эту базу. Даст информацию, что здесь абсолютно никого нет. Только Адрен в данный момент приходит на хелпу. Бомба должна сейчас-таки смещаться на бананы. И это происходит. У нас Хартс будет вот так вот залетать. А вот здесь вот поставит бомбу. Ну и Адрен этого сделать не дает. Врывается на Хартса. Вот мой план не прошел. Адрен наломал все расклады Хартса. Ну и мой прогноз. Маркелов один против четверых. Забирает СФ на коврах. И ничего не остается Егору, как уйти на сейв своего девайса. Ну вот как раз такие моменты и дают нам ответы, что в этом матче вряд ли мы увидим какой-то действительно интересной борьбы. Здесь все будет проходить на 50% от максимума. Выкладываться не будут. Маркелов спокойненько забирает Киа Бенджи и будет дальше сейвить свой коль. Так, а вот французы решительно настроены выбить последний девайс из рук Егора Маркелова. И отличная граната. Прям, ну, прям под ноги, это громко сказано, всего лишь 3% здоровья потерял Маркелов на этом АШЕ, но Кеннис на последних секундах СВП лишает жизни Егора и не дает засейвить Нитро М4-1С. Ну, да, Коль действительно дорогой. Дорогой кольтец. 8-3. 8-3. Вот такой вот счет становится у нас после этого раунда. Очередная агрессия на банане, Ангел и Адрен. Здесь все по-прежнему. Этот тандемчик держит под напряжением любых игроков, любых команд. Вот эти два парня действительно могут на банане создать проблемы любой команде. То ли это будут Непы, то ли это будут Virtus.pro, Титаны и какая-либо другая команда.
Но действительно у HellRaisers на банане все очень четко, особенно когда занимают втроем. Но вот сейчас казах оставляют одного на Б-пунте. Небольшой провал у французов, но он моментально ликвидируется. Бомба, казалось бы, забыта, но нет, Киабенджи забирает бомпуэнт. Будут французы направляться в сторону А-пунта, и как раз-таки здесь укрепление у команды HellRaisers. Эмиль Ахундов, вот его позиция. Маркелов на такой, ну и Ангел ждет в первую очередь экшена от Егора. И потом уже должен двигаться. Непонятно зачем. Кирилл, не дожидаясь выстрела своего тиммейта, начинает перестрелку с GMX'ом и проигрывает. Тем самым оставляя свою команду в меньшинстве. Маркелов под флешку будет врываться на главку. Нет. Нет флешки от тиммейта. Но Марику это не мешает сделать минус. На пару с Доси забирает Киабенджи. Дося. Ну вот, наконец-то получается. Этот раунд довольно-таки уверенно. Полусумбур в действиях HellRaisers приносит воды команде. И выливается во взятый раунд. Казалось бы, провальчик на главке от Ангела. Не дождался инфы от Егора. Вылез сам на рожон. Был моментально наказан. Оставил команду в меньшинстве. Но это не помешало тиммейтам взять очередной раунд в первой половине. 9-3. И у клан Мистик провал, беда в экономике. Нет денег. Адрен и Ангел в очередной раз на банане прокидывают гранаты. Никого не посадили. Киабенджи уже на пятачке. Пытается отогнать занимающих игроков дефенса, и это у него получается. Причем в одиночку, с блоком, без каких-либо гранат, просто согнал двоих парней с девайсом. Итак, Доси на коврах, спокойно забирает СФа, Кучер, минус Кеннис. Ну, на их раунде у французов в этом матче ничего не получается. В живых остается только GMX и Хартс. Хартс падает, только надежда на GMX, ну и Доси спокойно разбирается с GMX. 10-3. 10-3 и 2 раунда до конца первой половины. Ну, однозначно уже здесь комфортный счет у HellRaisers, с учетом того, что парни в атаке умеют играть и умеют действительно изматывать команды. Против Непов сыграли, напомню, 12-3 в атаке на Inferno, и это действительно показатель. Вот если бы еще показали, как надо играть за дефенс, и вот хотя бы играли, ну, точно так же. Ой-ой-ой, а там на Б-пленте тем временем команда Клан Мистик спокойно продавила Кучера и Адрена. Где-то там еще должен быть Ангел. Нет, Ангел только сейчас стягивается на хелпу, но это позволит беспрепятственно Клан Мистик занять Б-плент, установить бомбу и в ситуации 5-4, точнее 5-3 постараться держать. Ангел играет очень агрессивно, сбривает Хартса в церкви. Что дальше? Прогрены от Ангела и Маркелова забирают Кенниса. Продолжает свое выбивание HellRaisers. Ну, живых остается только Дося. И его также спокойно забирают. 10-4. Клан Мистик берут 4-й в атаке. И постараются взять 5 в первой половине. С деньгами все просто шикарно. У Ашеров денег хватает действительно на полноценный бай. Даже остается запасом. Можно надропать еще парочку игроков. Но этого не понадобится. Еще раз повторю, как же жаль, что интрига в этом матче давно мертва. Давным-давно. И это Габелла. Итак, в последнем раунде на Б-плент. Серьезно настроена пойти французская команда. Ну вот вроде бы передумали. Кучер за такую вот нерешительность наказывает GMX, но Киабенджи отвечает отличным минусом, забрав снайпера команды HellRaisers. Ну и что же будут дальше делать Хаэры? На пленте только Маркелов и вот Дося. Только сейчас приходит на помощь своему тиммейту. Марика сбривает Дося в пленте. Постарается сделать как можно больше минусов. Дося спалили. Дося. Минус Киабенджи. Дальше СФ. Ну и что же. В итоге 3-2. Адрен и Ангел вдвоем против троих игроков. Ангел забирает Кенниса. Бомба ставится на Б-пленте. СФ минус Адрен. Ну и Ангел, оставшись один против двоих, спокойно продавил СФа. Надо теперь забраться с капитаном команды Клан Мистик. Что и кто здесь будет сильнее? Ну, вот здесь все под диктовку капитана команды HellRaisers. 11-4. Вот такой вот счет первой половины. На Инферно громит команда Ашер своих французских оппонентов. В первой половине 11-4. Действительно убедительный счет, но это только начало. Будут ли
сила и мотивация на вторую половину у Hellraisers в этом матче? Ну, вот не знаю. У клан Мистика должны быть. Может быть, это какой-то французский заговор расставить Ашеров без очков в сегодняшнем игровом дне. Ну, это только с учетом СНГшного противостояния, наверное, так. Потому что представители команды Hellraisers расположились, разбросала их по всей территории СНГ, Дося из России, Кучер, Ангел и Маркелов — это представители Украины, ну и Адрен — это наш с вами всеми любимый казах. А, да, кстати, да, Кучер непонятно, представитель России или Украины, скорее всего, он представитель Крыма. Непонятно, что такое сейчас Крым, автономная республика или федеративный округ, или часть Российской Федерации, или все-таки по-прежнему территория Украины. Но это не суть дела. Главное, что это по-прежнему СНГ. Ну, на самом деле СНГ — это содружество независимых государств. Где тут содружество, я уже давным-давно потерялся. Так, ну и что же, пистолетный раунд начинается. Смотрим, смогут ли Hellraisers поставить все точки над «и» уже в пистолетном раунде. Маркелов начинает очень хорошо, забирает Кеннис. Кеннис пытался сыграть агрессивно, за что был моментально наказан. Итак, Адрен на банане, перестрелка с СФом. Кто кого? Ну вот пока как-то сейвово отыгрывают парни, никто кого не забирает. Дося уже занял главочку. И здесь намечается что-то интересное. Дося замечает Хартс, но при этом вот слишком по таймингу вышел четко. Кто же это был? Это был GMX. Ну, продавил Маркелов и GMX, и Хартса. Кьябен же также падает. СФ остается один против четверых. И все-таки это ГГшечка. Все-таки это ГГшечка, если Hellraisers сейчас на эко-раундах сыграют так, как действительно умеют выложиться на максимум и доведут эту карту до разгрома. А счет 16-4 действительно будет разгромным. И хоть одну французскую команду поставят на место. Итак, СФ. Ну, о взятии раунда речи не идет. СФ просто постарается сделать как можно больше минусов, но этого не дают сделать Hellraisers. 12-4. Пистолетный за Ашерами. Удивляют приятно парни. На уже ничего не значащей карте берут два пистолетных раунда. Где вы были раньше, парни? Почему раньше не брали вот так вот пистолетки? Ой-ой-ой. Снова тим какая-то у клан Мистик. Хартс снова в руках. GMX снова в руках. Кеннис снова в руках. Кто куда? Все три игрока на пленте. Ну вот что-то серьезное задумали клан Мистик. Что из этого выйдет? С удовольствием будем наблюдать. Кеннис в коврах с Дрободаном. Дося первый, кто будет чекать. Дося прочекал просто без шансов. Первый парень снова в руках упал, второй точно так же падает. Какая участь ждет GMX-а? Давайте посмотрим, наверное, за ним. GMX, ну, три новые провалены, просто потратились в непонятном направлении французские игроки. Единственный, кто сделал минус, это SF с 5-7. 13-4 эко-раунд без проблем берет команда Hellraisers. Казалось бы, плотное укрепление на коврах, два дробовика, и именно туда пошли Ашеры, но под флешку Дося все четко прочекал, с бизоном в руках не ощутил дробовики на ближнем расстоянии. Еще один экономический у французов, ну и потом парни постараются дать камбэк в этом матче, но я вот не знаю, нужен ли тут вообще камбэк. Зачем он французской команде, непонятно. Уже слишком поздно, пора бы выйти на заслуженный отдых и отпустить отдыхать команду Hellraisers. Итак, под флешку опять-таки же чекают ковры. Все безупречно. Дося забирает GMX, Кочер минус Хартс. Ну и здесь должен падать Кеннис. Да, Кеннис падает, но также падает Кучерок. Маркелов действует по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Забирает Кучерка. Ну и это вводит в панический страх команду Клан Мистик перед первым оружейным раундом. Без АВП остаются клан Мистик. Кеннису не хватает на снайперскую винтовку. Действительно, эко-раунды провалились. В первом эко закупались, что, конечно же, исключает возможность АВП при неудачно сыгранных экономических. И это так и произошло. Смотрим. А вот у Кучера есть снайперская винтовка. И как ей воспользуется Эмиль? Ну, как видим, взял под свой контроль главку и агрессивные выпады от французских игроков. Здесь пока все спокойно. Адрен контролирует банан, создает платформу для атаки. Команда Hellraisers занимает банан. Здесь что-то интересное намечается у
Кио Бенжи, ну и вот такая вот позиция у Кио. Прочекал снайпера команды HellRaisers, отошел на более сейвовую позицию, ну и теперь уходят просто-напросто в глубокий дипенс. Маркелов и Дося на пленте держат в напряжении команду Клан Мистик, а Дрен, Кучер и Ангел постараются все-таки зайти на Б и продавить Кио Бенжи и СФ, если не ошибаюсь. Именно такая парочка у нас на Б-пленте, да, именно так. Пока все спокойно. 45 секунд до конца этого раунда. И потихонечку HellRaisers стягиваются к Б-пленту. Дося оставляет одного на А. Кейнис также приходит на помощь своим тиммейтам. Смотрим, что будет происходить здесь. СФ ловит флешку, но это не мешает ему забрать Адрена. Где Кио Бенжи? Кио Бенжи медлит, и это может сыграть злую шутку с Кио. Так, ну вот отдымление просто шикарного француза. В Кио врывается на Кучера, спокойно забирает Эмиля. Второй минус от Кио и третий минус от Кио Бенжи. Просто в линию разобрал всех игроков команды HellRaisers. В живых остается только Дося. Дося на банане, и это четвертый минус для Кио Бенжи. Нет, это пятый минус для Кио Бенжи. Как? Что это с Дося происходит? Просто какие-то конвульсии после смерти у Досяна. Ну, действительно, негодует Досян, даже когда дух покинул его тело. Первый оружейный раунд взяла команда Клан Мистик. Насколько хватит парней во второй половине, не знаю. Но вот всего лишь два раунда отличает, точнее, отделяет команду HellRaisers от абсолютно ненужных им трех очков, но вроде бы парни настроены отобрать эти очки у французов в первую очередь, хоть как-то насолить французской команде. Хотя, вот еще раз повторюсь, для Клан Мистик абсолютно нет никакой турнирной важности, не имеет турнирной важности этот матч. И вот как бы они ни закончили, они в зоне комфорта. Они не вылетают из стар-серии, не находятся на грани срыва. Они просто крепкий среднячок, который может наказать аутсайдера, но не имеет никаких шансов против фаворита. Что у нас в этом раунде? Дося на коврах. Готов удивить Хартса. Но вот Хартс последнее время, кстати, набрал форму и показывает действительно хорошие результаты. Независимо от того, кто из соперников против него. Хартс, ну вот на этот раз не удается сделать хотя бы минуса. У французов было укрепление на Б-пленте. Дрен забирает Кио Бенжи. Дося минус GMX. В живых остается только Кейнис. И это ничья. Ничья в этом матче для команды HellRaisers. 1-3. Кейнис, проиграв, ну, этот девайс, будут деньги на бай у французов в последнем раунде. Не факт, что он, конечно, будет последним, но шанс этого очень велик. 15-5. 10 матчпоинтов у HellRaisers. Форс бай у Клан Мистик. ГГ или не ГГ? Сейчас постараюсь, кстати, уточнить дату матча Кик против Virtus.pro. И вот в этом матче очень многое будет решаться, по крайней мере, для Na'Vi. Смогут ли португальцы сделать подарок рожденным побеждать и отправить их на ван-финалы 9-го сезона? Тем временем HellRaisers уже сделали два минуса, под раскидку будут заходить на Б-пуэнт и серьезно настроены реализовать первый матч-поинт. Итак, игрока вроде бы в темной спалили, разбирают двоих, живых остается GMX, да, здесь ГГшечка, GMX один против четверых, 53% здоровья, нет диффузов, бомба стоит на Б-пуэнте, и здесь просто должна произойти какая-то нереальная фантастика для того, чтобы этот раунд HellRaisers проиграли. Ну вот, первый пошел, падает Марик, ну а Дрен тут как тут разменял тиммейта. 16-5, ГГ, ГГ ВП, HellRaisers, молодцы, сегодня сыграли просто на уровне. Было бы круто, если бы еще обыграли LDLC и команду Титан, тогда бы вообще не было никаких претензий. Итак, Егор, что у нас там с последним матчем? Есть у нас дата какая-то? Я не могу альтабаться, потому что просто озвучу же это.
Так, вот как раз-таки то, что и требовалось доказать. У Кикова осталось два матча против Virtus.pro и против Fnatic. Если хотя бы у одной из команд заберут очки португальцы, то это реальный шанс для рожденных побеждать. Ну, я буду честно болеть за наших парней. Хочется мне видеть Na'Vi на финалах Star серии. Hellraisers туда не попали, я их также хотел видеть. Но, к сожалению, майму тэшу майму. Результаты вы все прекрасно знаете сегодня. Hellraisers в первом матче обыграли команду Mousesport со счетом 16-14. После этого Fnatic обыграли... Подождите, а кого обыграли Fnatic сегодня? Сейчас я быстренько гляну, там что-то интересное у нас было. Fnatic. Куда же пропали Fnatic? Ладно, неважно. Na'Vi с киками 16-10, здесь было все спокойно. Hellraisers проиграли LDLC 16-9. Титаны обыграли все тех же Hellraisers 16-10. Ну и последний матч, только что мы с вами смотрели, 16-5. Hellraisers обыграли команду Clan Mystic. Еще раз всем спасибо, что сегодня были с нами. Для вас в студии работал Swamp & Strike. Завтра выходной день, а уже в субботу и воскресенье будут решающие матчи, которые определят четверку финалистов, которые попадут на LAN-финалы Star серии. Еще раз всем спасибо. До новых встреч. Пока.